Вот, значит, у меня еще несколько таких фоток. Опять же, Дениска. Это Кубок мира по профессионалам. Польша, 2011 год. Денис именно для меня был подражанием, примером, мотивацией для тренировок, когда я начал уже упорно заниматься. Вот именно смотрел все встречи, все бои Дениса, как он борется, как он занимается. Стремился быть похожим на него. Обязательно привет ему передам. Денис, привет тебе, спасибо за советы. Давай, мы тебя ждем, возвращайся. Без тебя как-то скучновато в спорте.